Я попрошу внимания, совершенно необычное заявление поступило. Считай вслух, с выражением. Заявление. Мы, православная семья Козловых, православный христианин Сергей Георгиевич Козлов и православная христианка Татьяна Ильинична Козлова, обращаемся к православной общине имени Анфима Никомедийского. По Рождеству Христовом казнен гонителями в поселке Потеряевка в 302 году Мамонтовского района Алтайского края. Просим принять нас, члены вашей общины, пока без вида на жительство на территории деревни Потеряевка. Но не исключая такой возможности, что мы можем стать полноценными жителями деревни в будущем. Обязуемся добросовестно исполнять устав общины и быть полезными в служении людям и Богу. 12 апреля 2017 года. Подписи. Подпись он сам. Крест. Это парализованный. Закон крестик поставил. Вот посмотрите. Вот какой документ необыкновенный. Таких заявлений у меня нынче уже сколько было, и я просто решил это просчитать. Так что вот у нас это стражи будут. Это парализованный, о котором говорил. 14 лет совершенно недвижимый лежит в Воронежской области. Воронеже, в самом Воронеже. Воронеже. В самом городе Воронеже. Батюшка у него был, крестили его нынче. В прошлом году. Позапрошлом году. Вот так. Позапрошлом году мы крестили. Не забывайте, молитесь всегда о нем, помните о нем, о рабе Сергии и его матери Татьяне. Они примут решение, там в деревне будете голосовать, примет.